Летопіс 16-го стагоддя так його описує. «Був той князь вельми пригожий, тваром білий, щоками румяни, вуси тільки що пробілися. Невоявничий по натури, йон легко піддавався чужому впливу. Але менавіта ягоне княження супроводжалося тяжкими оборончими войнами з Московщиною і розквітом культурного життя при Віленському дворі. 30 липня 1492 года, после смерти батьки, молодейший сын Казимира Александр был обвешчен великим князем литовским. Отбылося это без усиляких узгодненняв с польской державой, на трон якой поляки позднее запросили старейшего Александрового брата Яна Альбрехта. Одразу ж новый князь выдае привилей, у яким подтверждалися былые правы и вольности шляхты. А кроме этого, Александр теперь не умел права без узгоднения с панами радою вести дипломатичные стосунки, распоряджаться финансами и призначать новых людей на державные посады. Великий князь был вымушен пойти на истотное обмежевание своей улады под тиском магнатов. Важной проблемой для великого князства была агрессивная политика Московщины. Одразу ж после смерти Казимира и она распочала войну супроть Великого князства Литовского. Узрослая военная сила усходнего суседа вымушала Александра до пошуку мирных шляхов улагоджвания конфликта. Великий князь Александр, коли про его казать, наивидошне не належал до мощных керовников. Приклад выгадывал при дворе фаворита Михала Глинского, який робил, что хотел, який там гвалтил правы родовитой аристократы. Коли говорить про внешнюю политику, то не был стратегом, протягивал помылки своего батьки Казимира, в каком плане, спробовал вырешить найтяжкую, найважнейшую проблему краины, московскую агрессию, московскую проблему сродками дипломатии. У той час, як треба було по-новому реформувати державу, перестроювати державу з метою повеличення воєнної моці. Те, що потім робив Стефан Баторій, коли вже не було вийшля. І ось гетеї помилки у знішній політиці і, в принципі, допомогли Москві кончатково завоювати домінування у Сходній Європі, як потім пізніше, вже після кризису, початку 17-го століття, у другой полове 17-го года обновить уже могутный натиск на нашу землю. У 1494 году было подписано мирное погоднение помеж господаром Великого князства и князем московским Иваном Васильевичем. Сгодно зим, Вяземское князство и земли у верховьях раки Аки отходят до Москвы. А кроме этого, замацевать домову Александр вырашая династичным шлюбом. У 1495 году был заключен шлюб Александра с дочкой Ивана III, князевной Аленой. И она переезжает у Вильню. Однако замест полепшения взаимоотносинов, этот шлюб только ускладнил их. Московский князь протягивая военный тиск на наше господарство. Не без захвочивания Василя III, крымские татары зробили свои набеги на земли Украины и Беларуси штогодовыми. Каб узмацнить свои позиции, Александр знов шукая допомоги у польского королевства. Была зроблена спроба замацевать союз с короной на умовах Городельской унии. Так само Александром разглядаліся планы об'єднання подданных у межах одной конфессии. Это значит ожыццяўленне унии помеж христианством и католицтвом. Усе гэтыя заходы выкликали вельми агрессивную реакцию Москвы. Стало зразумелым, новой войны не позбегнуть. У 1500 годе Иван III накіровывая на Великое князство Литовское войско. Формальной причиной объявления войны стал небыто переслед православных у державе Александра. У соправдности этого безумовно не было. За несколько месяцев московским войском была захоплена усходняя частка князства. 14 липня
На раце Ведраши отбылася битва. У ёй колькасно моцна саступаўшыя непрыяцелю сілы вялікага княства пад адчолам найвышэйшага гетмана Канстанціна Астрожскага былі разбітыя. Над краінай навісла сур'ёзная пагроза. У 1501 годзе у Торуні памірае нежанаты Ян Ольбрыхт. Ад прапановы заняць каралеўскі трон Александр не адмовіўся, і персанальная унія двух дзяржаў зноў аднаўляецца. У 1501 годзе на Петрыкаўскім сойме былі прынятыя папярэднія ўмовы аб'яднання дзяржаў, так званая Мельніцкая унія, якую, аднак, не пацвердзілі паны рада. Тым часам колькасна перасяжныя маскоўскія войскі пустошаць ваколіцы Мсціслаўшчыны, Віцебшчыны і Полатчыны. Толькі ў красавіку 1503 года было заключана мірнае пагадненне, паводле якога да ўладанняў Івана III адыходзілі вялікія тэрыторыі з гарадамі Гомель, Чарнігаў, Бранск. Але пагроза татарскіх уварванняў заставалася актуальнай. У 1505 годзе татары, як саюзнікі Москвы, дайшлі да Менска, зрабаваўшы цэнтральную частку Беларусі. Толькі праз год вялікалітоўскія сілы змаглі пераламіць ход гэтага супрацьстаяння. 5 жніўня 1506 года у бітве пад Клецкам дворны маршалак Міхал Глінскі з паспалітым рушаннем і найманай конніцы разбівае 12-тысячную татарскую арду. Пасля гэтай перамогі напады крымскіх татараў на Беларусь спыніліся надоўга. Памёр Александр у Вільні і пахаваны ў саборы святога Станіслава. Дзяцей у яго і князёўны Алёны не было. А значыць, пытанне пра новага гаспадара дзяржавы зноў робіцца галоўным у вялікім княстве літоўскім.